Он видит и понимает цвет, как никто другой. Юрий Кузякин, отмечают коллеги, обладает уникальной способностью цветопередачи из реальной жизни на холст. Поэтому с его картин было бы крайне сложно сделать репродукцию. Цвет в его высочайшем гармоническом проявлении. Потому что иной раз художник изображает, мы видим, мы понимаем, что он изображает, но вот этого тонкого чувства цветовой интонации, может быть, досталось не всем. Ему это досталось просто сполна. У него работы светоносны, они несут свет через то качество цвета, которым он владеет. На портретах Юрия Кузякина и известные нижегородские политики, и ветераны, и близкие люди. Они также пришли на юбилей художника, хотя не раз видели эти работы у себя дома. В его работе, когда вот он именно непосредственно работает, очень много переживаний, потому что не подпускает смотреть еще что-то. Это должно быть чисто его, без всяких советов, без всего. То есть, ну, все должно быть на какой-то вот его волне. При каждом его исполнении работ он отдает маленькую, но свою частичку. То есть вкладывает в картину частичку себе и оставляет ее там. Когда вместе у нас тоже дома были, писал он, когда к нему приезжали в гости. Собранные воедино произведения разных лет дают представление о творчестве автора и о том, как меняется время, начиная с 60-х годов прошлого века. Молодым художникам будет интересно посетить выставку, чтобы сравнить традиционную школу живописи с современной. У него чудесные работы и в пейзажном плане, и портретные. Я и говорю, что есть и узнаваемость, и качество выполнения, и творческий подход и в пейзаже, и в портрете. Да, она меня самого удивляет. Я многие работы не забыл, помню, но как-то они ушли уже где-то там. А эта выставка не знает. Не похоже даже, что где-то что-то потерялось. Надо любить красоту, доброту, истину, сочувствие, радость от тепла чужого человека, чужому теплу. Персональная выставка Юрия Кузякина – это своеобразная история всей его жизни в 100 полотнах, живое свидетельство настоящего и минувшего времени. Инна Мартынова, Юлия Серебрякова, Георгий Захаров, столица Нижней.